большей части тела выступают не по делу. Если вирусом бактерия, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха в дневное время -11, -15 градусов, ночью 12-14 ниже 0. Ветер северный, северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани небольшая облачность, днем 11 градусов с минусом, ночью 12 ниже 0. В Тольятти облачно и без осадков, днем -14, ночью -13 градусов, северный ветер 1 метр в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем -12 градусов, ночью -14. Ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 77%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.